В августе прошлого года на средства гранта силами общественности была обустроена тропа здоровья, которая взяла свое начало от лыжной базы «Снежинка» и протянулась до родника «Шурчавый». Волонтерами, представителями старшего поколения, был проведен большой объем работ по установке информационных стендов, беседок, скамеек для отдыха. Много сил и средств было приложено, чтобы кузнечане в результате смогли воспользоваться этим уголком природы и насладиться лесными прогулками. Прошло меньше года, чтобы вновь потребовалось навести здесь порядок. Волонтеры КИУТ своими силами убрали мусор, поправили информационные стенды, привели в порядок места отдыха. Сегодня прошла акция «Экологический лес». Волонтеры КИУТа убрали тропу здоровья. От лица молодежи хочу призвать вас, посещая подобные места, убирать за собой мусор.